постелено на стяжку пленка 200 микрон, и поверх пленки положена пробковая подложка 2 миллиметра рулонная. Листы подложки склеены скотчем «Момент». Скотч на тканевой основе хорошо приклеивается к подложке. И пол готов к тому, чтобы укладывать доску. Начали вскрывать пачки для того, чтобы посмотреть, как выглядит доска. Ну вот первоначально вид у доски очень даже приличный. Пока в отзывах было написано об этой доске Parket Engineer, что очень много якобы сучков, но вот пока первую пачку мы вскрыли, сучков не наблюдается.